знаю, сон ли это, но на моем телефоне 18 октября, и мы опять в лесу на очередной грибалке. Вот он, масленок осенний. Красавец. А он тут не один. Сразу два. Погодка прекрасная. Те грибы, что я собирал ранее, поистине трудовые. А тут маслятки пошли. Только и успевай срезать. Вот целая семейка. Так, что у нас тут в бугорочках? А это опять наши масляточки. Вот они, родные. Ух ты, посмотрите, как интересно. Вот эта полоса песчаная. Чей-то след. А рядом такие огромные маслята. Ух. Класс. Они, правда, все в песке. Все в песке. Один из подписчиков рекомендовал мне чистить маслята на месте сразу. Смотрите, тут целый табун пробежал. Ну вот когда они вот так из песка растут, они же все в песке. И поэтому, я думаю, если сразу снимать кожицу, это будет преждевременным. Потому как песок все равно будет попадать на место, где все должно быть беленьким. Ух ты, какие роскошные здесь мухоморы. Посмотрите, стоило мне заглянуть в болотце, как тут же из-под листьев показалась вот такая красота. Это что у нас? Это водосиновичек. Видите, чуть-чуть срыв, чуть-чуть свернул из хвойного леса. И вот такая вот удача. А вот еще один вижу. Твёрденький. О, хороший. Но это какой-то другой сорт. Не такой, не на такой толстой ножке. Так, берем этот. Идем за третьим. Вот он наш третий. Классный. И знаете что, друзья? Пока третий срывал, где-то здесь я видел четвертый. Вот. Вот этот настоящая красота. Посмотрите, нигде не укушен. Свеж, бодр.
И здорово. Получается отличная грибалочка. Здесь краснеют мухоморчики. Мухоморчики. И здесь краснеют мухоморчики. Сейчас я тут черненькое пообрезаю. И вон вдали что-то краснеет. Скорее всего, подосиновичек. А, так и есть. Вот он, наш красавчик. Вот это толстоногий. Это я понимаю. А какой чистенький. Много упавших листьев. Нужно внимательно смотреть. Ужик вылез погреться на солнышко. Словить последние лучи перед долгой зимой и, возможно, холодной весной. Не будем его тревожить. Обойдем. Ужик, кто такое? Настоящая красота открылась мне здесь. Посмотрите, какой. Просто чудо, что его никто не нашел. Посмотрите, как он огромен. Вот это подберезовик, я понимаю. Красота какая. А еще он чистенький и совсем не старый. Он просто такой вот крепкий удался. А вот здесь же его братец. Вот только он темней имеет шляпку. И мышка на нем отметку поставила. О, еще. Посмотрите. Такой же темный. Класс. Сегодня у меня настоящая экстремальная грибалочка. Дальше вы поймете, почему. Итак, с другой стороны этого болотца я наблюдаю вот такую вот картинку. Пойдемте посмотрим поближе. Какой статный подосиновик. Просто красота. Шикарный. Катюша будет рада. Вот вблизи такого живописного болотца пробивается еще один подосиновичек. И рядышком еще два. Один побольше такой вот. Красавец. А один поменьше. Вот такой красавчик.
Друзья, по-моему, мне только что улыбнулась удача. Смотрите. Как-то сразу и не увидеть. Тут просто рядом люди ходят, не хочется кричать. Это, по-моему, никто иной, как Белячок. Класс. Да, это он. Ну, наконец-то. Наконец-таки. Друзья, вы слышите? Конкуренты и спереди, и сзади. Ну, Катюша просто нервно курит в туалете по сравнению с тем, как они хреново ищут грибы. Конкурирующее большинство. Посмотрите на эту красоту. Сразу какое семейство. Замечательно. Крики со всех сторон. Так, я наконец вылез из этого болотца, где полно людей. И сейчас вернулся молодой сосничок. Будем искать маслятки. Ну, если будут попадаться болотца, конечно, мы их пропускать не будем. Вот он, родной. Тут вообще замечательный такой размер. Слышно, машины ездят рядышком. Ду-ду-ду-дум. А знаете что? Экстремальность моей сегодняшней грибалки не только в том, что здесь тьма конкурентов, но еще в том, что я приехал туда, где сегодня стреляют. Друзья, если вы помните, в прошлом году мы с Катюшей совершали некий маневр. Вот здесь вот. Болото. Вот оно такое. Кое-где есть брод. Нужно искать, чтобы попасть вон в тот сосняк. Не каждый решится на это. Но я, пожалуй, решусь. Ну что, с Богом. Главное пролезть через эти камыши и не утонуть в трясине. Ой, там слишком глубоко. Надо пройти дальше. Так. Выходим.
несмотря ни на что. Чего-то тут еще и попадается. Вот такие вот маслюки. Не маленькие, кстати. Вот еще парочка. Не зря пролез. Здесь, друзья, тоже уже все занято. Как вы можете видеть, надо уходить в свою стихию. Болото. Один раз с другом пошли за грибами. Ну и также много людей было. Я ему говорю: Леха, давай с тобой друг другу громче и чаще кричать: ау, ты где? И люди будут нас обходить. А он говорит: не на всех это работает. Это, наверное, работает на таких, как я. Есть другой тип людей. Ты громче кричишь, они ближе подходят. И не дай бог тебе крикнуть, что ты что-то нашел. Они возле тебя будут роиться. А как вы? Любите быть наедине с природой или любите массовое присутствие себе подобных рядом? В общем, вылез я из того островка сосничком, оставил там людей, и несмотря на все эти негативные факторы, смотрите, какую красоту я здесь нашел. Это же маслячки. Так и блестят на солнышке. Видите, грибов и так хватит. Смотрите, какая красота. Вот вижу привлекательное болотце. Я сюда редко доходил. Оно так далековато находится. Но зато здесь не слышно криков людей и гул машин. Сейчас посмотрим. Какая живописная местность. А вот на этой облитой солнцем местности еще слышно крики грибников. Смотрите, что здесь растет. Два подосиновичка. Прямо на видном месте. Ну-ка. Вот. Первый. И второй. Хорошо. Хорошо. А совсем рядом, прямо возле камышиков. А что-то такое вот, наверное, что-то подосиновичек. Он такой темный, просто он загорел на солнышке. Я когда-то рассказывал своим зрителям, что грибы подобно
животным организмом, загорая на солнце, выделяют витамин D. Интересная местность такая. Здесь кто-то натоптал тропу и проложил такой вот переходик. Благо я в сапогах. Сейчас пойдем посмотрим, что же там. Ой, главное не провалиться. Ой! Смотрите, друзья. Чуть-чуть не набрал в сапоги. Фу, а завоняло-то как. Ну, в смысле, с болота. Это настоящая трясина. Мох прямо плавает. Здесь прямо очень сыро. Ну, нифига здесь нет. Ту-ду-ду-дун. Интересно, здесь очень. Посмотри, какой масленок, да не один. Вот еще рядышком. А они любят на склонах расти. Большой. Ну-ка. И здесь. Класс. Друзья, сон ли это? Я право не знаю. Ну, я опять в лесу и с грибами. Ну что, друзья, собрали мы сегодня разных благородных грибочков. Спасибо, что были со мной. Иду уже домой, смотрю. А здесь... Смотрите, два, вот три, вот два, вон еще там торчат под листьями. Здесь просто хорошо, как во сне, а посему приступим мы к резне. Этот вообще как танк большой. А их тут два. Отлично. Вот. И вот. Вот тут ножки. Тут на высокой ножке. Это класс. Чисто. Ну вот почти полная корзинка. Еще по листочку.